меня к тебе дельце. Валяй. Мне тут подкинули выгодную сделку, а клиенту нужен водила. Нет. Ну, понимаешь, Морис стал безобразничать, хотел сбежать. Нужно перевести его. Я думаю, чего париться-то? Ведь мне насрать на Мориса. Но только не на принципы. Я довожу дела до конца, а ты мог бы... Ладно, хорошо, разберусь. Не, ну если тебе это в напряг... Да разберусь я. Что к чему? Выкладывай. Обычная работа. Подвести чувака. Плевое дело. Главное, не забывай, что ты мне помогаешь. Клиент платит за качество, ты уж не поленись. Не нервничай. Да. О, конечно. Да-да. Хорошо, давай просто все обсудим. Нет, пора обсуждений. Вчера ограбить пытались. Ahora me siento mucho mejor. Он все-таки открылся? Открылся. Сотрудники пока отдирают краску, но клиенты уже заглядывают. Краску? Хулиганы написали возле входа в ресторан «Вали назад из Мексико». Идиоты. На вывеске же написано «Бразильский стейк». Отлично. Он где-то рядом. Это не смешно. Эй, чувак, думаешь, это не смешно? Ах, вот ты где. А я тебя везде ищу. Говорю же, я не уезжаю. Чем больше ты мне врешь, тем хуже для тебя. Боже, нет, не бейте меня. Ты, конечно, уже... Спасибо, Чел. Про других парней или про их скрытую камеру, что стоит в женском?
Больно? Да, очень чувствительное место. А что это? QR-код настоящий. Если его просканировать, попадешь на мой сайт с обзорами фильмов. Бесплатная реклама. Но для этого нужно увидеть тебя без штанов. Это случается чаще, чем ты пару раз. Но это из-за нее мы так влипли. Сколько мне с ними еще встречаться? 3 банка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
результате полицейской облавы в Брэндон Докс арестованы члены Чикаго Саус Клаб. Власти не раскрывают имен преступников. Однако жители чрезвычайно недовольны тем фактом, что полиция не арестовала их лидера, бизнесмена Дермота Куина по кличке Лаки. Чувак, нет! Он так собьём его, Коля!
очередное происшествие в Росси-Фримонт. Уже несколько лет этот район является площадкой для преступной деятельности членов Black Viceroys. Полиция Чикаго не может урегулировать ситуацию. Первое сообщение. Сегодня в 9:45 утра. Привет, пап. Давно что-то не созванивались. Ты там как? Дети уже соскучились. Подарок на Рождество тебе выбрали. Представляешь? А Рождество не за горами. Время летит. Я за тобой заеду. Погостишь у нас? Ты боишься нам надоесть, но... Пап, все это глупости. В общем, заеду. Ладно? Пока.
про кайф вам поставишься? А? Улетная хрень. Тут такое дело. Я давно хотел тебе признаться. Мы так давно знакомы, и я люблю тебя. Безумно люблю, всем сердцем. Без тебя меня нет. Мэтт, так приятно. И я тебя люблю. Правда? Ну, то есть как друга. Наша дружба для меня главная. Ума не приложу, что бы я без тебя делала. Ну... Да, да, именно. Да. Я это и имел в виду, как друга, да? Да. Мы ж, ну, самые лучшие друзья. Друзья. О, да, поговорили. Может. Теперь о перестрелке на стадионе во время бейсбольного матча. Пока зрители наблюдали за матчем, полиция зажала членов известной банды в подвале. Несколько членов банды были убиты. Среди полицейских жертв нет. В чем проблема? Устранители просто так не нападают. Только если возьмут контракт. Я могу предотвратить убийство, если найду их вовремя. На выход! Я все вижу! Нет, 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 нет! Моя машина! Thank you.
спокойно. У него пушка! Черт, нет! Он кого-нибудь не спрятаться! Ладно, ладно, все в норме. Пригнитесь! Пригнитесь все! Разбегайтесь все! Вали! Столкни с дороги! Давай! Нужна помощь! Ясно. Помощь пришла! Тарань его, давай! Подрезай! Тарань его, но... Осторожно! Гейн! Боже! Нет, нет! Твою мать! Проверьте, нет, не можем. Офигеть! В чем дело? Эти бандюки выбирают жертву послабее и выеживаются, мол, они крутые. Надеюсь, у этого хватит мозгов усвоить урок.
Нет уж. Чуваки! Эй! Тут что-то есть! Сюда! Не хочу умирать! Только не... Боже! Выкурить его! Тут ничего нет. Пошли дальше. Найдите его! Ты чего пялишься? А выходное?
Привет! Как вы? Короче, я буду брать на 22, чтобы они хромированы и вообще все. Чтобы там вообще можно было закачаться. Так вот, я мимо чуваков проеду, и они сразу такие, блин, секите, вообще диски улет. И я, короче, я спиннеры поставлю. И спиннеры почти никуда. Спиннеры на 22 улетят. Всех благ, чел. Если бы мне... Я, конечно, не твой фанат, но ты молодец. Хмырь из новостей. Мститель.